Всем привет, вы на канале RegJet, и это первая часть видео с синергией мешка Tarnished Kaina из мода Epiphany. Быстро хочу сказать, что небольшая часть людей, что смотрит мои видео, подписаны на канал. Так что нажмите на эту кнопочку и сделайте меня чуточку счастливее. Ну что ж, начнем. Сначала я хочу более подробно объяснить, как работает определение синергии предмета. У многих предметов есть своя общая категория, которая будет давать мешку определенные свойства. Например, все предметы, что вы сейчас видите на экране, связаны в каком-либо роде с деньгами, и засунув их в мешок, вы получите денежный мешок, который с 10% шансом будет создавать случайную монету при попадании по врагу, и 5% шанс наложить на него эффект Мидаса. Но у одного предмета может быть несколько категорий. Например, мешочек с Пенни также будет давать эффект синергии мешка с мешками, который дает шанс создавать мешочек при попадании по врагу. Также у определенных предметов есть свои уникальные синергии, которые другие предметы не дают. Чаще всего это предметы с уникальной механикой и предметы четвертого качества. Например, если засунуть в мешок технику Людовика, то он будет летать по комнате бесконечно и не сможет упасть. Вы можете кинуть в него другой любой мешок, чтобы он мог дальше наносить урон. И не забывайте, в мешок помещается два предмета, и два разных предмета будут давать разные эффекты для мешка. В этой части видео мы разберем общие синергии предметов и в следующей, которая выйдет довольно скоро, особенные синергии предметов. Ангельский мешок дает шанс создать ангельский щит при попадании по врагу. Мешок говна. Шанс создать случайную какашку при попадании по врагу. Паучий мешок. Разбрасывает слезы паразитоида при столкновении с чем-либо. Острый мешок накладывает эффект кровотечения при попадании по врагу. Жопный мешок. Шанс пукнуть при попадании по врагу. Мешок мух. Шанс создать синих мух при попадании по врагу. Кот в мешке создает синих мух при попадании по врагу. Ядовитый мешок накладывает эффект отравления при попадании по врагу. Бумажный мешок. Шанс создать карту Тара при попадании по врагу. Мистический мешок. Шанс создать руну или камень души при попадании по врагу. Дьявольский мешок. Шанс создать призрака от предмета «Голодная душа» при попадании по врагу. Мамин мешок. 10% шанс создать ногу мамы при попадании по врагу. Мешок пилюль. Из мешка появляются дополнительные разноцветные слезы. Мешочек со спутниками. При попадании по врагу создает красную лужу, наносящую урон врагам.
Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также оценить и другие мои видео. Если вы видите это видео, это значит то, что вторая волна Tarnished персонажей уже вышла, и вы можете сами пойти скачать ее в мастерской и опробовать все самому. И также не теряться, если вы вдруг не знаете английского, ведь теперь мод полностью переведен на русский язык и будет даже показывать вам, что какой предмет будет делать при засовывании в мешок. Вторая часть синергии выйдет очень скоро, так как пока вы смотрите это видео, она уже где-то на полпути готова. Еще раз спасибо за просмотр и... до скорых встреч!